Тыщ, всем привет! Мы продолжаем играть в игру Фрэнбоу. Это уже четвертая часть. В прошлой части мы зашли в колодец, и мы попали в дом. Да. И, видимо, Фрэнбоу посчитали котом. Что это? Шляпа? Мистер Пунч? Ох, нет. Два голова. Котик. Секунду. Это не мой котик. Какая-то такая странная шляпа. Мне нужно найти своего котика. Надеюсь, он где-то здесь. Ну, я тоже. Человеческая голова, кажется. Да, это не кажется. Как я понимаю, здесь просто... Забавно посмотреть, что у людей есть дома. Посмотрим. Банки, молочные, бидоны и сухие цветы. Это глаза. О. Ну, да, да. Я закрою ключ, чтобы холодное ветер оставлял. А, не сдувал. Так, что же, можно взять? Нож? Да, наконец-то Фрэнбоу взяла что-то нормальное. Чтобы вытереть мои маленькие руки. У меня нет супа, мне не нужна ложка. Лопатка звучит как... Каста. Что-то нет. Так. Разрушитель король лев. С ним кекса мы большие. Шишка, я не прикольюсь. Вот мути и я чихаю, но это забавно. Дома мишка. Ты восхитительна на вкус. Что, если нам нечего делать? Мы уже вот, ну, именно в этой комнате. Это что у нас? Спички. Так, что у нас тут? Мешок, смешно. Смешно пахнет. Я не буду его там. Наверное, за марихуану. Я не настолько люблю фасоль. Соль. Очень хороший ингредиент. Очень хороший ингредиент. Соль. Что внутри? Какая странная вещь, похожа на семечку. Интересно, что это за грибы такие? Часть тел белок? Не хочу знать, но я тоже. Если бы есть чеснок, то нет вампиров. Согласен. Перец всегда хорош для готовки супа. Я не буду брать чужую еду. Во всяком случае, не все. Какая красивая банка. У него что, живот расплывает? Да. Но есть галстук. А, это галстук. Танцующий мишка. У него нет обуви. Но есть галстук. Это делает мишку счастливым. Ну да. Чем ты похож на... реального медведя. Понимаю, синяя роза. Какие-то фотки непонятные. То есть, может быть, это дом мы сейчас живем? Теперь я понимаю, чеку хоть бы олень пинки. А. О. Ваза для цветов внутри лежит пепел. Шоколадный торт мой любимый. Нужна ли я? Да, нужна. Ешь. Может, чуть-чуть. Вкусно. Так, этот торт выглядит крайне аппетитно. Я могла бы съесть типа целиком. Повсюду карамельный соус. Сладкие конфеты. Красиво. Если я заклеблюсь в слюнях. Я так голодный. Никто не заметит, если чуть-чуть съем. Вкусный и красивый. Сад и множество цветов. В чайнике совсем нет чая.
Это не моя чашка. Откуда ты знаешь? Больше ты знаешь еще. Я залегу сюда. Вкусно там. Понятно, уже ничего не будет. Сахар, сахар. Понимаю, что ты делаешь. Так, а это что? Джаз. Кстати, тут же на барабане было написано. Стоп! А это не мистер Антонио? Да, она же говорила. Ё-моё. Ох, что это за запах? Я знаю, конечно, что это за запах. Боюсь, тебе не понравится этот запах. О, метла! Метла для полетов или чтобы прибраться. Давайте сюда. Комод, посмотрим, что внутри. Чёрные свечи должны, чтобы осветить тьму. Знаете, у меня такое ощущение, что вот я брошу предметы, и мне не хватит сумочки. А, это что? Вот это для джедай. Да, возможно, это мистер Пуч. Кто сюда привез куклу? Ладно, что в зеркале? Зеркало. Ну, почему у меня нет твоего Наташи? Не, скорее всего, ты вампир. Хотя нет. Наверное, фальшивое. Ах, зеркало не выполнит свою функцию. Небольшой замок любой. Любопытно. Есть ли там для него ключ? Думаю, да. Пинцет, чтобы достать вещи, которые твои руки не достать не могут. Духи пахнут подростками? Фу. Милые вещи очень под девочкой. Вот так тут. Может сказать, вся комната. Я как бы испугался, ну да, испугался. Свет. Игрушечный коль, ты идешь в Пасху? Фу. Походу, это они шевелятся. Мистер Пауч, ты здесь, котик? Мяу. Мне кажется, там будет кот, но какой-то мутировавший. Дорогой друг, я нашла тебя. Френ, это ты в самом деле? Наконец-то. Это ты? Это я. Подойди ближе, дай мне тебя увидеть. Френ, я так рад тебя видеть. Я очень по тебе скучал. Ты мне снилась. И вот ты здесь. Спасибо, что сдалась. Я люблю тебя, мой друг. Я тоже тебя люблю, мистер Помч. Я очень скучал. Дорогая, Фрэн, как ты нашла это место? После того, как ты люди забрали тебя в лесу, я пытался расследовать за ними. Но спустя время... Нет, котик, ты врешь. Ты просто убежал. Но спустя время я заблудился. И я больше Я был слишком слаб, чтобы выследить ее. Я пытался поймать еду и подкрепиться. Стоп, это же была та крыса. Но что-то произошло. Кто-то схватил меня и посадил в эту клетку. Дорогой, я открою эту клетку. Нам нужно к тете Грейс. Френ, я очень устал. Лишь бы это все оказалось дурным сном. Все будет хорошо. Вы просто должны вырваться отсюда. Френ, могу я что-то спросить? Конечно, мистер Помч. Что это такое? Ты ощущал мое присутствие в своих снах? Да, ты велел принимать таблетки, чтобы найти тебя. Какие таблетки, Френ? Я такого не говорил.
Думаю, кто-то помог нам воссоединиться. Каждый раз, когда ты мне снилась, я чувствовал чье-то присутствие. Правда? Какое присутствие? Это был не человек, но существо было добрым и милым. И мирным. Это настоящее волшебство. Хорошо, что кто-то у нас заботится. Френ, ты это слышала? Слышала? Я посмотрю, что это. Я найду ключ и освобожу тебя. Хорошо. Я люблю тебя. А что тут? Френ, ты должна была разбиться насмерть, но ладно. Тут не глубоко. Тебе по колено. Ну, походу, мы в колодце. Мы же сделали дверь в колодец, вот это и дверь. Ты ж можешь? Я не могу добраться туда. Мне нужен мост. Убей, лежим и посмотрим. Нам не сядем. Ё-моё. Ух, вы меня отпугали. Я думала, здесь никто не живёт. Вот ты где. Мы ждали тебя. Где твоя голова? Моя голова. Нужно на нужном месте. Так, ценное существо из иного мира. Кто бы еще поверил нам? Я в полном и в полной растерянности. Леди, о чем вы говорите? Твои мама и папа трагически погибли. Очень жестоко. А теперь ты жаждешь узнать, кто их убил. Так. Помедленнее. Как так вышло, что вы столько знаете? Мы просто знаем. Должны знать. Мы счастье этого мира. Не печалься. Плохие вещи происходят со всеми. Постоянно. Хотела бы я, если я сейчас быть дома со своими мамой и папой. Не жалеть невозможно, да? Ищи решение и ответ. Да, но мои мама и папа никогда не вернутся. Выпей чай и съешь кусочек торта. Тебе станет лучше. Да, и, наверное, она уснет или отравится. Спасибо. Но мне нужно знать, кто мама сказал обо мне. Ты боишься, маленькая Френ. Немного. Я попала сюда странным образом. И этот разговор меня озадачил. Ты еще не спрашивала о своем коте, мистера Полнич. Это, значит, очень странно для девочки, которая так любит своего кота. Ты так спокойна, а ведь нашла его в клетке голодным и испуганным. Мы должны дрожать от страха вместо тебя. Я не спокойна. Я просто хотела представиться. Я не грубиянка. Ты хочешь его вернуть? Немедленно откройте клетку. Он голоден и хочет пить. Прошу, прежде чем мы его освободим, расскажи, как ты сюда попала. Это длинная история. Ну, вообще, Фрэн... Короче, она сбежала из психбольницы, видела муравья большого, короче, убила потом жука свина и прочее. И потом просто попала через колодец. Еще соорудила дверь, увидела крысу из этого жука свина. Ну и все. Я сбежала из одного места. Из мерзкого места. Где дети мы вскрывали голову, чтобы понять, что там с ними не так. И убила жука-свина. Это было ужасно. Потом я встретила крысу, желающую причесаться. Затем я сделала дверь, и она привела меня сюда. Но когда я зашла, что-то произошло. Вообще, тебе просто рука, можно сказать, присосалась к твоей шее и глаза. Больше я ничего не помню. Я еще не видела настоящую семью.
того, как я сюда попала, они живут в доме мистера Антонио и любят ягоды. Я видела летающих насекомых, застрявших на дереве из-за длинных волос. Это было тоже в лесу, а теперь я здесь ищу мистера Понча. Вот это приключение. Сколько тебе лет, Фрэн? Как-нибудь, ну, я понимаю, что я не уверена, типа, с такими приключениями. Мне 10 лет, скоро будет 11, а вам? Нам 16. Мы старше тебя, поэтому ты должна нас слушаться. Ну, возможно, да. Я хочу, чтобы вы открыли клетку. Нам с котиком нужно домой. Ты не поинтересовалась, как нас зовут. Как невежно. Ты должна бродить, и ты не должна бродить по дому без разрешения. Ты глупая, глупая маленькая девочка без семьи. Это обидно звучало. Я не глупая. И у меня есть семья. У меня есть тетя Грейс и мой котик. Ты плачешь? Если ты плачешь, значит, попадешь в беду. Если ты не сделаешь, девушка, как мы скажем, ты и твой кот умрете. Ты понимаешь? Вам меня не запугать. Освободите моего кота. Идиотка сама напросилась. Если ты сделаешь, как мы скажем, плохие вещи произойдут с твоим котом. Мы заставим тебя убить его собственными руками. Пожалуйста, я сделаю все, что вы попросите. Хорошо, теперь слушай меня. Ты должна выполнить над нами магический трюк. Любишь магию? Да. Гарри Поттер стоит в сторонке. Да, Энни тоже колдовала, но она не имела понятия, как это работает. Так вот, эта магия очень мощная, страшная и опасная. Вот рецепт, будь внимательная. И точно, иначе произойдут ужасные вещи. Почему вы не сделаете это сами? Мы не можем. Это нас убьет. Знаешь, мы не были такими прежде. Мы были двумя разными людьми в разных телах. Но как вышло, что вы сейчас такие? Однажды ночью давным-давно что-то предстало перед нами. Мы думали, что это был ангел, но это был не так. Он решил, что мы должны провести вечность вместе. Он проклял нас за такое существование. Мы так и не поняли, почему. У нас есть заклинание, чтобы вернуть его. Но мы займемся этим позже, когда мы не будем привязаны друг к другу. Мы покажем ему, что он бессилен. Он пожалеет о содеянном. Это ужасно. Я сделаю все, чтобы помочь вам. Мы соберем вещи, которые тебе понадобятся для ритуала. Из-за того, что ты такая психованная девочка. Ты не сможешь говорить со своим котом. Тебе придется ждать, пока мы не вернемся. Пошу, дайте поговорить с ним. Позвольте, дайте ему еды. Нет, нельзя. И, Фрэн, ты видишь этот ключ? Ты хоть представляешь, что им можно открыть? Ах, глупая, приглупая девчонка. Ха-ха-ха. Куда ты лестницу видел? Лестница упирается в стену. Можно в крошечной карте. Здесь есть кот. Ну да. Стоп, что? Стоп, стоп и кот немного похожи. Нет, Фрэн, они вообще не похожи. Коту идти бесполезно. Ну это еще кто? Снова он. Я не принимала таблетки. Кстати, да, он еще был в клинике, он там ушел в землю. Благодарю, но он. Но кто он?
капец, на этаже были. Ой, деревяшка. Эй, ты. Таня. Да, тут смотри. Я жаба. Я должен тебе кое-что сказать. Так, что такое? Ты в большой опасности. Не доверяй этим девочкам. Почему вы так говорите? Послушай, девочка, я знаю, что могу уплыть отсюда, но они мне не позволяют. Каждый раз, как я пытаюсь выбраться, я возвращаюсь. Этот дом будто огромный магнит. Магнит для жаб и котов. Они любят нас, но не просто так, а чтобы использовать нас. Не доверяй им. Это ужасно. Вот почему мой котик здесь. Они дали тебе рецепт для какой-то магии, верно? Да, верно. Ты видела мертвую девочку под моей комнате? Да, видел. Ты закончишь так же, если воспользуешься рецептом. Она пыталась сделать все неправильно. Что мне тогда делать? Я очень умный. Я не очень умный, но на твоем месте я бы подошел к делу творчески. Я сделаю все вас. И, девочка, прошу, спаси нас. Я очень не хочу вымраться от тебя. Нам так не нравится, когда вы так прощаете. Ржавый старый велосипед посреди улицы. Детка нужна правда на внимание. Это здесь стоит. Моя сестра. Моя сестра пыталась поймать меня. Но я убежала. Мне страшно. Ты поможешь мне? В моей голове сидит монстр. Что здесь? Ну почему эта часть окрашена в черный белый? Думаю, мне нужно будет здесь сделать, что не знаю, что какой-то ритуал. Вот я здесь почитаю. Призыв старого потерянного тела. Потерян во тьме, забывшись в слезах. Ваше тело становится ложью, благодаря одному ангелу, решившему принести вам печаль. Вам понадобится сердце лягушки. О, нет, походу эти девочки, скорее всего, уничтожат ту жабу. Голова юной единственности. Шерсть и кровь черного кота. Пентаграмма из пепла. Горевшее тело лисы. Ну, давайте я возьму пепел. Ящик у себя вышел. Отлично, хорошая работа, Фрэн. Ну, мне кажется, его не надо делать. Ну да, видимо, не чешется. Приготовьте ингредиенты в горшке или котле с большим количеством воды. Собравшись выпить зелье, повторите эти слова. Умма мейнс кабринг о махнайн эрдбомтед ир юбер ис юмте мон кэджинс мабука ауэнд фэрифэнд. Что мне делать? Как мне все это делать? Это нехорошо. Возможно. Стоп! Сейчас давай мы сейчас давайте пойдем. Так, давай собери здесь.
Давай, сейчас ты заберешься. Мы поставим доску, она пройдет. Мы возьмем там бутылку. Я не могу это поднять. Слишком тяжело для меня. Ну, думаю, ножиком. Ну, давайте спичками, интересно. Сейчас я жгу тебя. Ха-ха-ха, гори, веревка. Да, мы теперь не будем. Что? Ничего есть тебе, лягушка моя? Ай, жесть. Жесть. Почему? Ай, жесть. Почему она такая горячая? Я не могу дотронуться до бутылки. Она очень жжется. Может, она заколдована, чтобы ее никто не потрогал? Ну тогда щипчики. Да, и щипчики пропали. Так что? Предмет хороший, рецепт с предметом. Хороший рецепт. А если вот это? Плохой рецепт. Тонкий намек. О, мы уже здесь все заделали. Раскрытие истинной души. Мир скрывает от вас правду. Проведите свою душу сквозь жизнь, и вы знаете цель этого поступка. Если вы пытаетесь использовать эту сущность, ваша душа будет скрыта и никогда не увидит лицо истины. А, ну вот поэтому там было написано на стене, типа, скептикам нужна правда на бумаге. Чтобы уничтожить чистую душу и дать свободу тем, кто в ловушке, вам понадобится. Исполнять ритуала. Я знаю, как это получить. Зачем так много? Ну ладно. А какая идея? Так, не важно. Распутившая синяя лунная роза. Волк человек, который будут подсчитывать в следующей серии. Так. Хотя нет, я думаю то, что то. Все же надо будет прочитать, потому что. Пеплом нарисуйте пентаграмму на черном белом квадрате. В каждой верхушке пентаграммы разместите зажженную черную свечку. Наполните котел водой и положите в него другие элементы. Вскипятите, выведите на этого человека, которого вы хотите заколдовать. И ходя в пентаграммы, повторяйте эти слова. Бомбе и Эрикант, у их Бельбарт, о Бубле, Махен. Бубе эхэнд, бубленд, и анд, у ин бэбэ хэнд, ку эн мом, диме, догинт в элинг, и стон, мэринг бай, эм иссе о. Звучит какой-то как язык. Ну, котел мне нужно будет сейчас набрать. Чего ли? Греть. Вырубил кран. Кстати, точно, надо же свечки положить. Их надо зажечь. Что приступить? Я верну свой котик. Он, знаете, как поднял рукой, как джедай. Так. Думаю, нам будет все зажечь. Да. Поставь сюда. Закинуть. Для вкуса. Нет. Здесь надо будет что-то еще взять?
Нет, здесь я все понажимал, нет ничего. Так, ну там, кстати, стоп. Стоп. Вот на этом рисунке показана вот эта синяя роза. И, типа здесь луна, и она типа в воде. Может быть, надо... Она же говорила здесь. Редкая семечка. Интересно, что это? Какой цветок она раскрывает? Это, наверное, это же именно эта роза. Ну, думаю, так. Используйте единственную смешку на отражение луны. Да. Логическая задача. Включай синий розы, отправляйся в котел. Кстати, да, если вы заметите, то тут, тут нет волоса. Типа вот здесь, смотрите, здесь было написано. Вот человек-то вы хотите заколдовать. Может, если она будет печатать в машинке? Да. Волосы... Вот вещи, которые тебе понадобятся. Это ты изучил ритуал? Да, но нужно больше времени. Я не могу исполнить все слов. Что ж, выучи их быстрее. Дай нам знать, когда будешь готов. Так, давайте не близко. Проходите. Все, я готов. Ты напугал. Пс, девочка. Нет, пс, девочка. Думаю, тебе нужно помочь избавиться от мешка. Я помогу. Но он может мне понадобиться. Поверь, нет. Если ты хочешь, если мы хотим выбраться, это, этот мешок должен исчезнуть. Я заберу его. Ты меня не видела. Пока. Все. Послушайте, леди, кое-чего не хватает. Я не нашла в вашем мешке волос. Ваших волос. Волосы, говоришь? Они не нужны, мы знаем. Должно быть, вы забыли. Видите ли, мне строго следовать рецепту. Действительно, как мы могли это упустить? Хорошо. Вот теперь готовься. Как ведутся? Я думаю, знаете, когда забуду готов. Ладно, я думаю, то, что мы избавимся от них уже в следующей серии. Может быть, это будет таким же. Волос. Ну и все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. И всем пока.